Я вспоминаю себя 15-летнего. Уже в руках была гитара и уже несколько аккордов знал. И вот мы ходили в парк культуры имени Горького с моими друзьями, одноклассниками, с этой гитарой. Находили какое-то уютное место в аллее, на лавочке, и начинали петь. Ну, конечно же, мы тогда уже знали песни Булата Окуджавы. Вокруг потихоньку собиралась толпа людей. Вначале они слушали, а потом начинали подпевать. Но потом приходил милиционер и всех разгонял. Мы просто меняли место, и вновь толпа собиралась, и песни продолжались. Ну вот давайте вспомним про Наденьку и про автобус. Высоком корочкой несет поджаристый, за занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговори. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души. Она в спецовочке такой промасленной, берет немыслимый такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький спешит, спешит. Ах, Надя, Наденька, за двугривенный в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне за двугривенный в любую сторону твоей души.